Восстановление лицея номер 3 во Владивостоке продолжается. Средства на капремонт выделило правительство региона в рамках полученного специального казначейского кредита. Мы проводим капитальный ремонт трех объектов. Первое – это учебный корпус, работы в высокой стадии готовности. Второй корпус комбинированный – это кухня, столовая и актовый зал, и небольшой спортивный зал. И три плоскостных спортивных объекта также будут сданы в текущем году. Очень значимую роль занимает родительский комитет. Работает с нами постоянно, благодаря их неутомимому контролю за стройкой мы уже сменили подрядчика. Мы продолжим работу на этой территории впоследствии. Здесь также располагается два спальных корпуса, общежитие для педагогов и медицинский корпус. По этим корпусам мы также продолжим работу, но это уже будет задачей на будущее. Напомним, в 2018 году корпуса лицея номер 3, более известного всем как «Буревестник», закрыли по решению суда. Зданием требовался капитальный ремонт. По поручению главы города Константина Шестакова объект включили в мастер-план развития Владивостока. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.